Бисмилля, саламу алейкум, ва рахматуллах. И вновь к нам поступил вопрос, в котором человек спрашивает, можно ли носить пояс согревательный э, на пояснице при радикулите и собачьей шерсти. Если нет, то действительно намаз, если человек одел его по забывчивости. Относительно вопроса, э, является ли шерсть собаки, наджас, то есть нечистотой, либо нет, в этом ученые разногласят. Имам Шафи, а также одна из версий имам Ахмада, الله, они считают, что собака полностью является наджисом, а также является ее шерсть наджисом. Имам Малик, الله, а также мнение Абу Ханифы, то, что шерсть собаки не, не является наджисом, так как нет ни одного указания, указывающего на то, что собака является наджисом, является нечистотой. За исключением хадиса, в том, что посланник Аллаха, саллаху алейху сказал, если собака лакала из вашей посуды, то омойте ее, то есть посуду, семь раз, и один раз из них песком. То Данный хадис указывает непосредственно на слюну собаки, но на шерсть не указывает, так как э, э, шерсть не питается кровью э, собаки, и поэтому сама шерсть не является наджасом. У Аллаху Алям это мнение более сильное, э, так как тексты не указывают на наджас и нечистоту шерсти собаки. И поэтому... Отсюда исходит, что ношение радиоклютного пояса из собачьей шерсти является дозволенной, и намаз э, с таким поясом является действительным. Аллаху